Уже с начала текущего года наркополицейские задержали в различных ночных заведениях города 9 человек, которых уличили в употреблении наркотиков. Кто-то из них отделался штрафом, а кто-то был арестован на 15 суток. Кроме того, по приговору суда все эти люди обязаны пройти диагностику и лечение от наркозависимости. Как показал анализ, у задержанных установлены факты потребления синтетических наркотиков или же марихуаны. Такие рейды наркополицейские Татарстана проводят вот уже 10 лет. По рассказу оперативников, эти мероприятия являются одним из приоритетных направлений деятельности управления наркоконтроля. За это время налажено взаимодействие с администрациями ряда крупных ночных заведений Казани. Они активно поддерживают проводимые сотрудниками наркоконтроля мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих и выявлению наркопотребителей. Оперативники напоминают, что любой человек может абсолютно анонимно сообщить о местах, где торгуют наркотиками. Такая информация поможет не только привлечь преступников к ответственности, но, возможно, и спасет чью-то жизнь. Зачастую именно по информации, которая поступает от граждан, стражи порядка и выявляют поставщиков зелья, в том числе и в ночные клубы. Телефоны доверия управления наркоконтроля по городу Казани вы видите на своих экранах. Искандер Тулбаев, Эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».